Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шортсы, ставить лайки, оставлять комментарии. Тут надо будет священочку все. А, нет, у нас вот сюда священочку, значит. Плюс 5 все-таки. Да. Тут ферма у нас. Традиционно. Ваншан бы, конечно. Давайте, знаете, так сделаем первый посол. Парни, а где мушкетеры? Подскажите, пожалуйста. Я боюсь, что не дойдешь. Во Франции, наверное. Ну, фраза Факона более крутая. Не очень далеко. Что, фраза Флакона более крутая? Ну, парни, все, бан на сервере, скажите, понятно. Они за банковским делом. Или за картографией, я не помню. Понял, спасибо, но буду идти. То есть там одна из этих... Почему ты кампуса не ставишь, Англия? У тебя кампусов нет. С парнями чуть-чуть не то. Не так пытался, не так. А где у нас... Что-то думал, сейчас раз-два, как меня в сетевых как-то убивает. Но что-то не то. Мне надо, наверное, повезло, еще типа, я каравеллы хочу построить. Карточку на каравеллы поставить. Правый жив, но что-то я... Следующим ходом надо не забыть. Тебе столько гор навалило, где тебе не повезло? Так не, ну ресурсов нету. Ну, каких? Ну, вообще нету ресурсов. Вот левый город у меня стоит, там ноль ресурсов. ФП предложение. Ты про Плимут свой? Про минус лошадь. У меня, блин. Я не знаю, где твой гуль. Из-за я того, что не успел походить, я минус сейчас лошадь. Я сейчас специально схожу, посмотрю, что там у тебя. Токийский гуль. Просто я вот смотрю, например, там на Плимут. Так, у нас обсервы нету в Кобе. Города у тебя были. И все. В всех остальных городах есть. У всех есть апельсины. Корея, хочешь купить апельсины? Апельсинами это кто говорит? А, да, апельсинами. У меня есть апельсины. Спасибо. Да, блин, древнего мира античный. А где эта карточка? Я думал, в торговой... А, ну да, в торговой республике, блин, молодец. Наверное, торговую республику. Надо несколько каравелл просто, ну, поплавать. Хотя, с другой стороны, у меня флотоводец. Нафига мне каравеллы? Слушайте, а мне не нужны каравеллы. Не, ну, два мушкетера это уже перебор, но убирай. Куда ты их? Ладно. Или не надо мне? Да. Не надо, наверное. Oh.
Венецианочку, я думаю, имеет смысл построить в Ушмале. Вот тут венецианка становится. Так, куда мне дальше идти? В индустриализацию. А, вижу это наводнение с недостроенной дамбой. А толку нет, я с ними в союзе. Так что он не будет работать. Кто? Ты еще, Леша, можешь посмотреть на вулкан, который извергается постоянно. Это я англичанин. У меня священное место и табак постоянно разрушены. Классно тебе. Или купить вообще. Классно, у меня союзники. Ни Рейна, ни ЦКшек. Два Виктора в лицо сидят. Нет, ну... Да нормально сейчас все будет. Не знаю, почему-то захотелось. ЦКшка уже достраивается. Не буду прям вот тут вот этот полностью окружать фермами. Просто у меня тут столько районов, чтобы эту вот тут ромашку сделать. Кстати, вот это надо вырубить, кстати, эту клеточку выкупить. Кстати, вот этот Да Винчи тоже вполне. Мы в культуру практически не вкладываемся, он нам даст неплохо культуры. А вот где храм Махабодхи был построен. Леша, убери, пожалуйста, разведа с свининки. Где он, скажи, у меня на автомате, поэтому я без понятия где. Он между моими городами нижними, Кермой и Кассаром и Бримом. Мы, кстати, союз-то что не заключили? Не знаю.
уже два флотоводца без флота. Не знаю, как это может быть. Мне кажется, в этом плане, опять же, пятерка больше нравится, что ты там набиваешь очки военными юнитами. Ну, как бы странно, что у тебя флотоводец или генерал появляются без армии. Это очень странно, по моему скромному мнению. Так, давайте, наверное, храм купим. Купим гурдвару. Ну, Бия, прими сделку, пожалуйста. Не, что-то дешево, ты чё? Парни, 60 золота за редкий ресурс, это дешево? Да. Сколько надо? Много. Не знаю, но ты мне предлагаешь, типа роскошь за однодневный мой доход. Стандартная цена 200. Понял. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
Опа, конкистадоры. Нанимаем. Имбу получаем. Нубия, посмотри там сделку над сходом. Инквизиция Нубии поклялась искоренять. Да-да-да, я тоже прочитал, хотел сказать. Противников религии. Ну ты ж на чиле должен быть, что-то какой-то странный чил. То есть ты загоняешь иголки под ногти, такой, да ты успокойся. Попроще к этому относись-ка, да? Такого, да. Так, слушайте, а вот сейчас очень даже логично Магнуса в Кобу.
перебросить, пока мне туда добегут рабочие. А Рейну мы тогда в Поленке. Ладно, отложу на один ход. Я просто хочу священку сразу тут начать строить. Так, давайте проверяем. Эль Мирадор есть. Шунантунич есть, обсерва. Киригуа есть, обсерва. Капан есть. Чеченица есть. Ушмаль есть. Уапкадналь есть. Так, парни, Камин ставлю Хую первый кампус есть. На плюс 6. Вот там. Прям в центре гор. И скоро камбэк. В Поленке есть, в Кобе есть. Ждем, надеемся, верим. Блин, чуть-чуть не дотягивается до чеченицы. Наверное, в Капане надо фабрику. Наверное, ее куплю. Наверное, фабрику купить надо будет. Так, можно еще тогда рабочего пока. А, нет, торговца. Нет, давайте тут рабочего. Все-таки Лян сидит. О, уголь у нас. Блин, жалко, что, конечно, с этим, но что поделать. Ой, не священное место, центр коммерции я тут хотел сюда ставить. Так, а где у нас еще где-нибудь уголь есть? Только один источник. И рядышком тоже нету. У перса. Жаль, маловато угля. Что, пингалу на гранты, что ли? Знаете что, заберу этого торговца. Не хочу пока Лян на аквакультуру пересаживать. Так, Грега, после... ты повоевать хочешь? Индустриализации. С тобой? Да. Нет. Тогда не трогай Йоханнесбург, пожалуйста. В смысле не трогать? Но это мой город. У тебя есть твой город. Сказал бы раньше, зачем ты послов кидал? Так, вот теперь можно, наверное, угольную все-таки строить здесь сначала.
Дальше. Для союзника прозвучало. Недружественно перекупать у союзника ГГшку, когда у тебя своих много, которые тебе там твои бонусы дают. Да, блин, надо подожду, когда закончится засуха, тогда отремонтировать надо будет. Хотя, слушайте, лян уже, наверное, можно пересаживать, но вот вопрос... У меня вообще нигде аквакультуры нормально не будет. Значит, наверное, мы не будем на аквакультуру ее повышать. Тут слишком мало клеток для аквакультуры. Даже в Кобе. Наску перекупил. Ну, наверное, ему уже надо. У меня там, в принципе, не так много клеток, которые можно обработать. А, тут я священку хотел здесь. Так что, вы англичане напилите в итоге? Так что отложим. Ты посмотри на его военную мощь. Ты видел, что тут? Нормально, парни, сейчас я запилю Корею. Ну, то есть, ну, он меня, конечно, не пробьет, я не знаю, на что он надеется, но, конечно, количество войск. Так, что там следующее? Корея, забери ученого. Корея или Персия? Ну, уже забрали. Не знаю, кто там. Корея его забирал. О, лабы плюс 4. Вот на это надо почитать. Химия очень в тему. Но мы лабы везде ставим. В связи с этим. Уголь на электростанцию как раз два хода, зашибись. Вкладывается тут священка, ну после лабы, конечно, поставим ее. Так, сколько до конца? 9 ходов. Венецианка должна дать очки эпохи, да? Грега. Грега. Чего? Кто? Объяви войну Англии, чтоб я плюс 5 получал от тебя. Мы в Слушай, Господи, флакон, мы... извини, но Кардифф рядом со мной. Просто конкретно в моих этих. Это вообще не твой город. А, я не то. Блин, я не туда кинул. Я в другую хотел. Кардифф забирай. Сколько ты еще с ним в дружбе будешь, Грега? Не, вообще, слушайте, 10 ходов долго, я бы тут купил. Грега, не надо, все сколько нормально. Сколько стоит? 1000, по-моему, да? 880.
Война, она никому не нужна. Я успел, интересно, Лян? Ой, Рейну. Плюс 2 золота за каждого жителя города. А, еще не приехал в Поленке. Кстати, если тут ГГшка появится, я не против. Но, походу, Маскат убьет. Нормально, нормально. Лутаем науку. Так, тут ждем один ход, когда Магнус сядет. Здесь я, наверное, священочку еще поставлю. Слушайте, а что по религии вход? 502 у Фиопа, нифига себе. Это мощно. Так, успел походить. Давайте города проверим. Парни, короче, акция. Помоги убить Корею, забери все города. То есть я всю армию на себя взял. Надо там тихонечко просто города забрать. Ну, бля, ну, что за бред? Я, короче, нажал, и у меня не, юнит не походил на метеоритный этот. И все исчезло, да? Я что-то нажал, и все исчезло. И Фиоп пришел. О, ну тут нефть можно добыть. А что это у меня за торговый путь, который дает плюс 30 золота? Это нормально? Читерство какое-то, конечно.
Так, больше караванов надо строить и лаб. Так, что у нас там по великим людям? Ага. На этого надо читать, конечно. Броненосец. И броненосец тоже неплохо, потому что это ускорит у нас железную дорогу. Может взять этого? Это тут такая новость, но я, короче, не вывожу против Англии. Не может быть. Да может. Стены, хвачки. Не-не-не, все. Чтоб ты понимал, у меня еще есть Самарканд, ГГшка, которую он себе перекрыл, у меня он сейчас город заберет. Да борись. Так что... Кто там ржал, что у меня 20 науки, я потому войной и пошел. Это... Да, вот это... Вот это поворот. Ошибка была. Так, вот это поворот, кстати, реально, вот это поворот. Музычку из Игры Престолов организуйте, парни, пожалуйста. Да, чисто золото, я мобилизацию Самаркада сделаю. Есть желающие, парни, города отдаю. Вон, так, вижу. Строй армию и захват мои города тоже. Что вы вот это так стесняетесь? Я буду обороняться до конца, но тут уже все ясно. Эфиопия, 200 золота, и у тебя, вон, смотри, Чхун-Чон, Кён же твой. Да не, Чэн-жу. Я его города и так забирал. Так-так, бесплатно. Я буду бороться до последнего, пока но, как... да, пока впаду ему и мне. Это, конечно, очень странная катка. Ну, расположение, вот, из-за меня вообще, я смотрю так, наша столица, это... Кстати, я не знаю, но вот... предложение. Вот тут, парни, сетевая карта, тут, ну, обычно я могу города кидать, а тут еще-то капец. У меня столица, три города, и все, потом кэшки мешают строить города. Все. Леша, предложение. Продолжаем, да, Союз? Да. Короче, самая большая проблема игры Замая в сетевой — это просто офигительное отсутствие. Это надо очень четко знать, что делать, и очень быстро это все делать. Вот и все. Иначе тут просто... Что, ученых также толкнем? Претензии давайте к Англии. Осудим... Гудморнинга. Вармонга жесткий вообще. А чем ему шоу? Он нормальный парень, сделал все правильно. Парни, если никто не смеялся, что у меня 20 наук, я в войну не пошел, пытался бы камбэк. Вот так старта рабочая. Ну он вообще хороший, он все правильно сделал. Так а как он, за счет чего он тебя продавил, по-твоему? За счет, ну, во-первых, у меня место, ты видел эти мои голые луга? Так вот, там не было лесов, там... была, ну, возможно, у меня, ну, я могу просто много жаловаться, но, блин, ну, и плюс тут армия у него, ты бы видел эту армию, тут, ну, тут просто орда английская, и у меня не, а, еще самое важное, у меня нет селитра, у меня мою селитру забрал себе эфиоп, и единственная селитра, которая у меня есть, а что ты не попросишь, у меня 4 селитра, я тебе просто... Я тоже тебе вроде не отказываю. Импорт, ну, я не знаю, вы как-то... Ну, фиг так, его, ты меня попросил, я тебе дал сразу. Блин, я в шоке, как у меня, сука, у меня на два эти, на два века отстает армия, и что-то еще получается. А, еще количество генералов у него. Раз, два, три, четыре, пять генералов я вижу. Подожди, а Чхун-Чхон кто берет, англичанин? Я. Нет, его берет Самарканд. Я Самарканд выкупил, там линейная пехота, бомбарды. Работа. Так, ну, нет. У меня армии уже нету. Жирень, господи. Я, наверное, спать пошел.
Здесь уже бота доедают. Да подожди ты, подожди немного, подожди. А что за стихийное бедствие у меня? Да подожди. Фак. Там он линейная пехота, полевые пушки сейчас меня тоже. Так. Грего, но мы ж мир, да? Не, ну да, хорошо. Ну, у меня армии нет, я буду просто хода скипать, я не знаю, какие там великие планы у кого. Я просто, ну, я уверен, что Эфиоп через сколько там, союз с ним, через два хода, через три хода будет меня хавать. Сурово. Короче, надо, я так понял, строить кампусы и армии иметь еще. Так, парни, смотрите, вот у меня всегда проблема, меня, вот я играю, если по науке и культуре нормально, меня всегда воины сносят. Вот всегда. А если я начинаю строить воины, у меня нету денег. Коммерциалка должна быть всегда третьим районом или как? Может, даже и первым. Почему третьим? Не, ну, это же не столица по-любому, то есть. Смотри, я помню, столица что-то закинул. У тебя центр коммерции может и науку давать в Золотом веке. Так почему тебе не построить первым? Он будет давать... А как он не будет науку давать? В Золотом веке. А, да. Соседство центра коммерции дает науку. Пары, ну еще игр 10 с вами, я начну. Так, Чхунчон забрали. Идем дальше. Так, сколько ходов? 4. 4 очка я сейчас получу с венецианки. Или 3. Короче, мне 1 или 2 очка останется. Я думаю, что это doable. Например, вот тот же этот. Флотоводец. Можно выкупить. Наверное, выкуплю его. Да блин, кто уже Эфиоп начитал? Ну, это плохо. В общем, это был очень мощный сюжетный поворот, конечно, с Англией. Надо будет тут лабу купить. Всю игру, парни, копил этих послов, думал, надо оставить. Эфиоп, ты же будешь мои города забирать? У тебя есть такой план? В планах. Я уже потом. Да я хотел попозже. Я уже потом с Англией воевать буду, да? Ну да. Я понял. Ну все, я уже не буду ничего ждать, я уже пошел. Мне нема чем отбиваться. В общем. А, подождите, я в хост, а что мне делать? Ну нормально перекинется? Ну, может крашнуть. Ну может нормально, может крашнуть. Поэтому борись. Что мне лучше сделать? Ты даже армию уже не строил? Нет, я строил армию, у меня хвачки были, кавалерия, линейная пехота, но ты просто, вы не видите количество. То есть там отбиться нереально, количество генералов. Парни, смотрите, там в середине идут латники и арбалеты, потом центральный фронт идут латники, и самый левый под морем монгольская орда. Что он просто меня задавил количеством. Еще сверху Самарканд и уничтожает город. По моим лугам скакать кавалерия или ходить латниками очень приятно. Я думал еще на этого, на Грега, но он сказал, что типа, ну, мир, все такое. Я думаю, ну реально надо дружить. Мне кажется, вот Грега ты бы не потянул, мне кажется. Я подумал, там еще ландшафт. Вот там ландшафт такой, что я мог не зайти, да. Ну да, в одну клетку. А слева вообще чудненько. Так, одно очко. Одно очко остается и три хода. Так, я сейчас делаю контрольный сейф и пытаюсь выйти из игры. Если кто-то загрузит, может, я буду сидеть с вами до конца уже. Тут и так ходов мало осталось. А зачем? Я вышел. В
вроде норм. А, хотя подвисло. Ладно, наверное, давайте купим броненосец этот. Все, я уже в меню. Так, а, ну все, так это и дает мне одну очко. Я купил великого человека. Точно, это же тоже одно очко дает. Так, пока, значит, броненосец пока не будем. Я, если что, не сплю, пикайте, если у вас что-то там полетит. Делать. Все, всем спасибо за игру. Спасибо всем за игру. Всем удачи. Ну, всем пока. Так, у нас Дакобы не достает. Парни, продайте селитры. И Киригуа. Зачем тебе? Эфио, продашь? Нет, ты вармонгер. Так а что тебе селитры? Блин, а этот не достает. Мне нужен этот великий... У меня есть мушкетеры, вот. А там есть еще... Инженер, который чуть дальше работает. Мушкетеры разве селитру требуют? Ну да, да. Что-то уж забыл. Давай я тебе продам, кинь мне. Это Грега? Кто там спонсирует? Это... Спонсирует кто? Перси. Осуждаю. Или экономику открыть. Да, сначала давайте экономику, а потом авиация. Аба 12, наверное, купить будет. 12, 8 ходов, это очень долго. Так, смотри, нормально, нет? Я там еще докину. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.